Если нам все твердят, что у нас нет врагов, и России не нужно так много штыков, если тайны сдают, сокращают полки, это значит, войну нам готовят враги, это значит, что скоро война. Если власти спешат на холопский поклон господам в Тель-Авив, Лондон и Вашингтон, вновь и вновь предают наш народ и страну, это значит, что нам объявили войну, это значит, что скоро война. Знают в Кремле, но упорно молчат, кто пучине морской предал наших ребят. Если станцию «Мир» отправляют на дно, это значит, с врагами они заодно, это значит, что скоро война. Если русский мужик в безысходности пьет, если наглый джигит как добычу берет, то отцовский его и сестру, и жену, это значит, что нам объявили войну, это значит, что скоро война. Власти в Кремле обмечают Пурим, это значит, что снова в беде Третий Рим. Если русский народ стал изгоем в стране, данным Богом ему, это значит к войне, это значит, что скоро война. Что ж война, так война, русским не привыкать, чтоб в открытом бою силу вражью сметать. Поднимайся, народ, православную рать, вот и время пришло нам за Русь постоять. Это значит, что скоро война, это значит, что скоро война.